Город Краснодар, 2014 год, месяц апрель, Кубок России «Самсон» 37. Я Александр Тимошенко для портала «Истлаб.ру» и... Анна Михнина, Дудушкина. И это все? Там ты, мама, сестра... Мама, чемпионка. Жена, чемпионка мира двукратная, чемпионка Европы, многократная чемпионка России по фитнесу. А что такое фитнес? Фитнес. И как можно быть по ней чемпионкой? Ну, это сочетание, конечно же, образа и тела. Это, наверное, состояние души. Ну, я не знаю. Анечка, вопрос такой. Во время произвольной программы у тебя было красное платье. И, так сказать, видимо, для чего-то были красные такие ленточки в виде типа подвязок. Расскажи нам про свою произвольную программу и расскажи, если получится, для чего красные ленточки. А где именно красные ленточки? Ну, на одной ножке, как минимум, красная ленточка была. Ну, как для чего? Это вот такой сюрприз, костюм. Нет, сюрприз. Я вот как бы все время смотрю произвольные программы очень внимательно. Вот, для себя там определенные еще ассоциативные образы. Я так понимаю, ленточки были для того, чтобы что-то подчеркнуть или нет? Честно? Конечно, честно. На самом деле в этот раз ленточка осталась лишь потому, что юбка была жестоко разорвана просто на сцене, липучка не отцепилась, ну, честное слово. И это просто с хрустом юбка просто порвалась. Так что... То есть, получается, лента была не для фокусировки твоей растяжки и вытяжки, значит, носка, а просто получилось так, что ты оторвала не совсем удачно кусок своего наряда? Да, получилось так по-натуральному, жестко и классно. А я-то думал, что это сюжет, а оказалось, что это сюжет, но совершенно из другого фильма. Хорошо. Сколько времени прошло с момента того, как ты последний раз выступала? 7 лет уже прошло, ну вот как миг, как сон, прям очень быстро. Эти 7 лет пронеслись очень быстро, и с чего вдруг за 7 лет ничего не было, и тут бац, и Аня у нас опять начинает соревноваться. Ну, так уж вышло, честно признаться, что мы катались сначала чисто случайно в Загребе, попали на чемпионат Европы, потому что просто поехали отдыхать в Хорватию. Потом в Киев уже намеренно приехали, посмотреть очень хотелось. И как-то вот... Захотелось, скажем так, выступать, потому что смотрела себя в зеркало и понимала, что, ну, я, наверное, для жизни, как, ну, грубо так сказать, слишком хорошо стала выглядеть и поняла, что я могу попробовать легко, в принципе, войти обратно в категорию. Ну и решил действительно вернуться. Я понял. В сети очень много фотографий, где ты висишь на каких-то этих... Там, не знаю, простынях, шторах, я даже не знаю, как назвать это. Ты можешь пояснить, что это такое? Конечно, могу. Это волшебное направление называется антигравити. В данном случае йога. Я вот отучилась на инструктора антигравити, поэтому скоро буду уже это преподавать. Ждем гамаки из Америки. Очень, на самом деле, необычное ощущение. Вот я думала, что... Мою любовь к тренажерному залу уже ничто не перебьет, но на самом деле я так впечатлилась этим направлением, нереальное ощущение. Нет, ощущение все понятно, то, что нереально, все понятно, а материализация заключается в чем? В состоянии твоего тела в лучшем, состояние души, что-то другое? Ну, там и состояние души, и тела, и растяжка какая-то, не гибкость такая волшебная просто, ну... Это надо просто попробовать. Мне это... интересно, а Аня сама знает, что она очень красивая или нет? Спросим у нее, да? Ну, как говорят другие, да. А другие это кто? Ну, мужчины в основном, конечно же. Женщинам это сложно признать, я понимаю, но мужчины, да, говорят. А вот ты мне скажи, пожалуйста, судьи женщины, которые судят женские номинации, должны быть такие судьи? Или, по твоему мнению, все-таки надо как-то вот делать так, чтобы женщины все-таки судили, так сказать, особи мужского пола?
Вы знаете, разные женщины бывают. Некоторые не реализовались, или им сложно признать, что кто-то лучше, кто-то красивый или кто-то еще что-то. Мне, в принципе, легко. Я легко восхищаюсь женщинами. Это здорово. Ну, нечего завидовать, надо стремиться к идеалу самостоятельно. Поэтому, ну, мужчины, конечно, более адекватно женскую красоту оценят, я согласна. А какой будет сюрприз, может, озвучишь, Санта-Сусане от Ани Мехниной или уж Дудушкиной? И будет ли вообще сюрприз? Сюрприз? Колись. Ну, твой супруг находится в очень хорошей физической форме, причем приводить он себя в форму начал месяца так полтора-два назад. Может быть, с этим какой-то сюрприз связан будет? Нет, вы знаете, мы решили отменить сюрприз, перенести, точнее, на следующий год сюрприз. Потому что я планирую надолго задержаться пока на сцене, но годика на полтора-два. То есть вы в паре с Ромкой выступать в Санта-Сусане не будете? В этот раз, к сожалению, нет, потому что я... Ну, да, надо еще свою форму подтянуть, чтобы... Анечка, большое тебе спасибо, что ты нам уделила немножечко своего драгоценного времени. Мы тебя отпускаем дальше праздновать окончание нашего мероприятия. Спасибо, скажем тебе, большое. Мы тебя оба любим и оба тебя целуем. Я-то вас как люблю. Спасибо.